выгода, да, третий у нас тут был, это выгода. То есть нужно старому мозгу дать простые доказательства того, что вы не врете. Да, то есть простые доказательства. Как, может быть, что-то в цифрах вы расскажете, да? Может быть, вы покажете свою историю, результаты, может, своих учеников, результаты там действия продукта или еще что-то. Тоже не мудря какими-то там научными терминами, а простые, понятные шаги, как это работает. То есть показать выгоду и доказать ее, эту выгоду, да? Потому что, ну, вот мы как это используем? Тоже, когда идет, допустим, вебинар, да, мы рассказываем сначала свою историю, там, да, потом мы рассказываем о результатах, которые мы получили при помощи той системы, которую продаем, либо при помощи того продукта, что продаем. Но этого тоже недостаточно. То есть что люди могут сказать? Ага, это у нее получилось, потому что она там такая-то, такая-то. Или там, это у него получилось, потому что он там такой-то, такой-то. Вот, поэтому мы после этого говорим, что нет, ребята, еще кроме меня, эти результаты получила там Мария Ивановна, там Елена Петровна, Михаил Сидорович и так далее. Да? И пока что вот они такие же, как вы, но вот такие результаты они получили. Вот что я рекомендую тоже делать у себя в социальных сетях. Доказательства, тоже доказательства. Вот, наверное, вы видели, что тоже, кто наблюдает за моими страницами, что я тоже выкладываю там, как я урок провела, что вот сегодня был такой-то урок там, да, или сегодня была такая-то консультация, или еще что-то. А, может, многие из вас думают, ну, уже достала там своими уроками, и так понятно, что проводят уроки. На самом деле непонятно. На самом деле вот таким образом я даю доказательство того, что я на самом деле это делаю, да. Доказательство того, что я это делаю. Поэтому такие доказательства вы должны тоже выкладывать. Чтобы не просто вы там сказали, я тренер личностного роста. Ну, это вы это сказали. А доказательства где? Доказательства, что вы там провели какой-то коучинг, да, провели консультацию, может быть, вебинар. То есть вот эти доказательства обязательно нужно публиковать. А, Галина, да, второй вопрос, который задает клиент. Вот, спасибо большое. Я уже увлеклась дальше и забыла про второй вопрос. Сейчас. А, второй вопрос, да? Очень, кстати, классный, очень классный. Его вот тоже надо везде использовать. Значит, первый вопрос был, чем отличается от остальных, да? Второй вопрос, чем это отличается от моего бездействия? Чем это отличается от моего бездействия? То есть, ну, я уже так про это немножко говорила, да, что, то есть, человек, надо ему показать, что будет, если он ничего не будет делать, и что будет, если он это будет делать. Потому что, ну, в принципе, у каждого из вас есть что сказать человеку, да, есть что показать, что будет до или после, да. Даже и на вебинаре, что вот я буду проводить 13 числа, я тоже покажу, что будет человеку, если, допустим, он не будет использовать рекламу. Ну, мы прекрасно знаем, что ничего не будет, ни клиентов, ни денег, ничего. И что будет, если он будет использовать рекламу, да. Это можно просто вообще с минимальными вложениями зарабатывать миллионы рублей. Вот, только знать, естественно, как грамотно это делать. То есть вот этот вот, опять, да, контраст, мы показываем, что бездействие, если, допустим, человек не купил пылесос ваш, да, показываем, как, во что превратится там его жилище, да, сейчас еще любят пугать всякими этими клопами там, да, что заводятся, всякой такой штукой. Слушайте, когда смотришь эту рекламу, хочется скупить все пылесосы, которые существуют в мире. Вот, кстати, тоже на воздействие, четко идет воздействие на вот этот рептильный мозг, опасность, да. Какие-то там клещи, букашечки какие-то, типа у вас там в подушках они там везде такие штуки лазят. Все, думаешь, так, надо бежать и все пылесосы скупать. Вот, классное воздействие, кстати, да? Вот, так же и вы, чем вот этот больше контраст можно показать, что будет, если человек там, допустим, вот он, продаете какой-нибудь там тренинг до похудения, да, и говорите, что смотри, вот сейчас ты весишь там 100 килограмм. Это сейчас ты весишь 100 килограмм. Значит, получается, каждый год ты набираешь по 50 килограмм плюс. Смотри, в следующем году ты будешь весить 150 килограмм. А еще через год ты будешь весить 200 килограмм. И рассказать, что это... Ну, представляете, что такое человек 200 килограмм? Ну, он просто с кровати встать не сможет, да? И показывать то, что может быть, когда он похудеет, да? То есть там успех у женщин, у мужчин, там подарки, награды, деньги, ну и все что угодно, да? После такого страшной кровати... Да, Алексей... Точно. Точно есть такое. Вот.
А вот так, такой момент, да, то есть мы вот это показываем, что, ну и, соответственно, тоже, если там тренинги продаете вы, да, там партнерство в сетевой компании, тоже рассказать, что будет, не делает, и что будет, когда человек сделает, да.